Привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе – выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту! Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля! Тряхнулся! Отставить! Нет! Я знаю, что делаю!
Капрал, выполняйте приказ. Он слишком мощный. Все целы? Что? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рация и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек. Я синхронизирую Икс с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой, быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Используйте локатор для нахождения следующей цели.
выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Огонь! Всем огонь! Огонь! Энгра, питание! Энгра! Давай, давай. Есть! Айзек, убирайся отсюда! Беги, Айзек, убирайся отсюда к черту! Говорит Бенсон. Всем внимание! Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них! Осторожно! Назад! Назад! Твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни было, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Вы можете сменить текущую задачу в режиме.
Удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски.
стазис-модуль поможет управлять этим механизмом. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. Поврежденные вагонетки. Пожалуйста, ждите. Айзек, ты справился. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется.
Язык, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Айзек, это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Thank you.
Оттащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезагрузит всю систему. Транспортной системы включен. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Thank you.
Айзек, мы добрались до мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Враждебные формы жизни. Корпус поврежден. Срочная эвакуация. Что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже, давай, проваливай отсюда!
Тише, все в порядке, Маккой. Он тут. Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь, как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Маккой сказал, что приведет нас к челноку.
Айзек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Thank you.
помогите! Спасите! Запросто прожжет эту баррикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое.
Thank you.
вас. Ишимура можно настроить разные силы тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Зона гравитации. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо, я слышу твари. Лезут по вентиляции. Берегись, Айзек. Зона невесомости. Зона гравитации.
ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Please.
Получил, все подходит. Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел бортжурнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы.
Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо, и двигатель стал работать с перебоями. Дэндрюс и я попробуем добраться до топливного отсека, посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи.
Активирован режим дозаправки. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработало, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то.
Центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Зона гравитации. Зона невесомости. Thank you.
включен. Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось.